В концертном зале школы собрались нарядные выпускники, их родители и преподаватели, с волнением ожидающие начала торжественной церемонии. В этом году выпуск был особенно большим. 39 выпускникам были вручены свидетельства об окончании обучения. Также все ребята были отмечены грамотами за отличную учебу, активную творческую и концертно-просветительскую деятельность. Выпускники школы поделились с нами впечатлениями. Поначалу все-таки тяжело, но входишь потом во вкус. Это я родителей сюда притащила. Мне очень нравится играть не одной, с компанией, это веселее, так очень получаю удовольствие. Провела здесь более 9 лет, сама захотела на скрипку, это меня не мама привела, я сама захотела, поэтому грустно осознавать, что все заканчивается. В праздничную программу вошли яркие сольные и ансамблевые номера выпускников со своими преподавателями. Прозвучало много теплых слов в адрес любимых учителей. Выпускники вручали им подарки и цветы. По уже сложившейся традиции, в конце торжественной части ребята выпустили воздушные шары в небо.